Этот фонтан в центре Женевы дает чистую воду. Судя по эмблеме, женевцы понимают, что здоровье – это чистая вода. Примерно тонну воды человек выпивает за один год своей жизни. 80 тонн за среднюю продолжительность жизни. Хотите знать, как с пользой для здоровья выпить значительно большее количество воды? Потому что всего литр некачественной воды с химией, с токсичными веществами может привести ваши почки в недееспособное состояние и оборвать жизнь. Поэтому, если вы хотите знать, как правильно приготовить воду и как с пользой для здоровья употреблять воду, контактную визу, обращайтесь.